Полные бои в отличном качестве в прямом эфире и в записи смотри в Синтанта Спорт. Ссылка в описании. Поздравим Кирилла Сидельникова с победой и поздравляю тебя. This is your third fight in Bellator. This is your first knockout victory. And it is in your home soil in Russia. Tell us about how that feels. Это твой третий бой в Беллаторе, твоя первая досрочная победа. Расскажи твои ощущения выступать в твоей родной стране. Добрый вечер, Москва! Рад всех приветствовать! Огромное спасибо всем, кто сегодня здесь собрался. Я слышал вашу поддержку, когда шел, просто вы не представляете, как это все заряжает. Огромное вам спасибо за то, что вы в такое тяжелое время пришли поддержать нас, бойцов, здесь. Огромное уважение вам, спасибо. По поводу моей третьего боя и досрочного, буду идти вперед, еще много победы, только все впереди. Thank you to everyone in the crowd for your support. I really felt it. And regarding my third fight in the Bellator, this is only the beginning. I'm going to keep going forward. Расскажи, пожалуйста, твоя вот такое эффектное выступление сегодня, возможно, дает тебе возможность встретиться с рейтинговым бойцом. С кем бы ты, возможно, хотел встретиться? A victory such as tonight perhaps gives you a chance to face a rated fighter. Who would you like to face? На самом деле, я давно уже созрел для хороших бойцов. Я готов драться, поэтому мне без разницы, с кем драться, кого дадут, всем только. И в любое время. Осталось только визу сделать, и все впереди еще будет. I'm ready to face any fighter, anyone that Bellator gives me. I'll accept. The only thing I have to do is get a visa. И третий вопрос. You're fighting in Fedor's team. How does it feel to be on the same card as Fedor Емельяненко? Ты представляешь команду Федора Емельяненко? Расскажи, что для тебя значит драться с ним в одном карте? С ней это вопрос сейчас задают. На самом деле это по жизни огромная мотивация. Мотивация и благодарность на всю жизнь Федору за то, что он протоптал эту дорогу всем нам бойцам, а мы по ней идем уже. Поэтому ему огромное спасибо и хотелось бы пожелать ему впереди удачи. За него молимся. И Анатолию, и Федор, только удачи. Вы поддержите их, пожалуйста. I'm extremely honored and grateful to Fedor for paving the way for Russian fighters. And all I want to do is wish him luck in his upcoming fight. Хотелось бы еще сказать, передать моему сыну, которому недавно был год, что эта победа я посвящаю ему. Я не был на твоем дне рождения, сын, но ты когда-нибудь вырастешь, это посмотришь. Это все для тебя. And I dedicate this victory to my son, who recently turned 1 year old. Ladies and gentlemen, your winner, Кирилл Сидельников! Ваш победитель Кирилл Сидельников! Подпишись, и тогда точно не пропустишь все самые важные бои в мире бокса и ММА. Если ММА – часть твоей жизни, и ты хочешь в прямом эфире видеть все яркие нокауты и драматичные развязки поединков, то тебе в Синтанта Спорт. Только Синтанта Спорт показывает полные турниры Bellator, церемонии взвешивания и тематические программы, а после событий проводят разборы поединков. Подпишись, ссылка в описании.